Здравствуйте, мои дорогие зрители, неравнодушные, новые подписчики. Вот я начинаю этот такой небольшой чисто новостейный сюжет из заставки. Вот удалили, закрыли, удалить они не смогли, потому что никакой претензии к контенту нет видео, то есть там никакой звуковой дорожки. Они тупо могли, смогли его ботами забанить и просто скрыть. То есть известные всем Алиэкспресс, китайцы охуели. Простите. Ну, что сказано, то сказано. То есть, вот видите, нажаловались на Юрича, на какого-то забытого богом, как вы думаете. Да, на самом деле не забытого. То есть, очень внимательно следят за моим каналом, за тем, что происходит. И за тем, как я мировой хэнд верчу просто вот так вот на штыре, как хочу. То есть, я тут забанил, у меня встала просто рука. Порядка 250 боков. Ну, честно, американцы одним этим не ограничились. Они еще хлопнули. Это нация, которая на великое не способна, но гадить по-мелкому это ее все. То есть бегать за анализами мочи, там кала, это у америкосов все. То есть якобы юридические какие-то казуистику выискивают. То есть, ну, говнюки. Вот, они изменили условия партнерской программы, которой у меня не было. Вот как вот жиденка прислали. То есть она требовала не менее 1000 подписчиков и не менее 400 часов просмотра. Причем прикол заключается в том, да, что все это у меня есть. Вот сейчас я вам просто показываю. То есть количество подписчиков у меня больше 1000 благодаря вам. Вот 1096, вот вы видите. Количество часов, минуты просмотра. Вот 422.14. Это только... Ну, 400 берем, да, и делим на 60 минут и получаем часы. То есть будет такая циферка веселая. О, как, 6, 6, 6, 6, 6. Ну, то есть больше 4000 я вам. Вот и все, господа. Поэтому мой канал, как ни крути, объективный, честный. И последнее, ну, про то, что... Ладно, не буду. Потом, это о другом. Финал, не будем о деньгах. Пока все, в общем. Если его прихлопнут, просто не удивляйтесь, потому как, ну, потому как. Тема эта тянется давно, то есть, и как бы, заткнуть ее не могут. 15 лет я продержался.